Сейчас приду. А что сделаем? Хейки, тюрьма 25-ка того не стоит. В смысле, почему? Это заёбно. Учитывая, что десятки падает точно та же хрень, что из 25-ки, ходить в тюрьму 25 просто нет смысла. Тянка, количество лута. Такое же? Пошли трэш бить, хули. По-моему, чуть больше должно в 25-ке падать. Это все, конечно, охуенно. Ну давайте бить трэш. Ура, трэш! Слушайте, если мы сейчас это быстро запинаем, я вас хоть как в тюрьму поведу. Десятку. Круто. Туда-туда, в тюрьму? Да. А есть место? Разберемся по ходу. Я сегодня 5 часов коригер хилил, так что, блядь. Это было хуже тюрьмы. И может быть даже лучше. Я не знаю. Не дугайся. Искренне не понимаю, что не так с деревяхом. Хилить можно. Мы старались. С кем что не так? С деревяхами. С какими деревяхами? Ну, электродруид. Тюрьму вообще можно любыми вагонами хилить. Не я танк. Туда вторым престом хожу. Рарник в танке. Он покажет. Ну подойдет. Надо я нам... разбегался, короче. Ну пошли, бьем трэш. До сих пор. А что за я вытяну? Охотников нет, а да, я так понимаю. Ну, как тебе сказать, Синтак, я предпочитаю ршам. Охотников нету, намажьте яд анестезирующий. Да. Выведи отталкивающее, я подержу эту кучу. Ладно. Хорошо, что ты. Как тебя отпиздили? Дайте на пулу станкоту. А, рассекающий удар. А, вар, который танк. Этот, Биг Дэн, да, или как-то так? Да, дашь, пожалуйста, на меня этот бдительность на будущее. Какого? На вара скаундрела. Зачем? Ну, я неплохо атаковать, но Анна все вижу есть. Вторую давай на него. Можно я там сам какому-то берусь, кого теперь доставать. Так, сейчас после этих двух мобов Савиану убьем, потом дальше пойдем туда. Может на фул уже зачистим, чтобы потом на трэш не отвлекаться. Ничего страшного. Зубраджин, ты тут? Ну а чё ты не летишь в инст? А пока шел пару минут, поэтому его не заснули. Сейчас после мобов поставите шкаф. Чё вы там заливаете 2 ляма всего лишь? Мало людей бьет, что ли, не могу понять. Опять ассист куда-то слетел. Угу. Я же снимал целка. Ставьте шкаф. Thank you.
Грилит. А, тут уже. Давайте пуляйте. Смотрим метки. Метки выходим между собой рейндж, как на синдре. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Блять, не могу побыть, скоро что я уже нашел. Чё ты, блядь, не выспался, сука? Как я тебя понимаю? Да рано встал, что-то не знаю, не смог больше поспать. Меня сегодня на работу притащили, по сути, за час до начала рабочего дня. Потому что какая-то неведомая падла сказала, что мы экскурсию проведем за полчаса до открытия музея. Так и не нашли, кстати, всем коллективом. Ты в музее работаешь? Да. Знаешь фильм этот «Ночь в музее»? «Ночь в музее». Не смотрела? Смотрела. Ну, тебя... скелеты динозавров у меня не водятся, у меня преимущественно книги. Я работаю в литературном музее. Ага. Интересно. Так.
Ну, на боссе Мордонец. Первая копия Рарник, вторая копия Протовар. Соответственно, частица на Мордонце. Экон, твой щиток давай на Мордонце. Мой будет на... Подожди, я танкую еще. А, танкую. Блять. Ладно, будь в танке, ничего страшного. Вдруг все танки сдохнут. Танку просто подстрахуешь тогда. Будь в танке. Еще каплю кинешь там на Мордонце, на вихре, на большом. Когда босс вырастет. Проверка. Ой, Экон, а откуда эта птичка? Короче, тянка АФК, давай запускаем. Делай жетоны там же, где этот большой динозавр синий, белый такой. Ага. Босс, босс идет, милики, вы там уже должны стоять. Вот. Спасибо. Ай, башен. Рейндж, дайте хилам, хилы, РДД, право-лево, рассоситесь. На маунтах там отбегите, сейчас, блядь, босс 100 стаков накопит, блядь. Дайте хилам, рейндж, блядь. Хилим. Вот это другое дело. Непонятно, зеленка тут работает, нет, на этом бихре. Нет, это физуха чистая. На церкви работала. Так, я что-то, блядь. Так. О, нихуя. Так, из-под лица уходим. Из-под лица уходим. Кто там этот? Так, забери. Вот Рарника хорошенько хилим. Сейчас смотри, значит, перед 33% дашь незыбку. Давай, готовься, давай. И верни-ка давай массакру. На вот эту хуйню, это самая будет пробивная хуйня. Сейчас вар ловишь копию. Все, ловишь. Из-под лица боссов уходите. Бить можно любого из трех боссов. Синтек, сядь на протовара, посиди. И его конкретно похиль. Рейндж, наберите немножко шипешники. Отойдите, дайте хилам место. Протовара не уроните. Сука, он ушел куда-то. Еще такая особенность есть, что танки друг от друга далеко разводите, и хилы разрываются между вами. Я вообще его даже не достаю. Да, я тоже его не достаю. Синтек там. Давай я к нему поближе подойду. Иди подбегай с ним вместе с Синтеком. Мы постараемся этих двоих подержать. Ай. Ай-яй. Подъебала. Неудачно прибежал. Да. Синтек. Стараемся. Блять, по протовару там. Если прожимок нет уже у вара. Если есть, давай шивай. Он кончили, скажу, кончили. Все. А, добьем, похуй. На коляске. Заходите в инст сразу. Там, где мы двух мобов убили, туда езжайте. По стеночке. Ману порезаем. По стеночке только едьте, босса не спутите. Вот здесь вот. То, чем пьем. Мордонец на боссе. Дальний трэш. Кто из вас там? Рарник, ты в ретрика спекнулся. Танку дальний трэш. А ближний здесь, где мы заходили. Там про товар. Танчишь. Рыба будет? Перед Халеоном. Можно и сейчас, в принципе. Знаешь, ну, там... Давай перед боссом и пласки обновим и рыбу.
Знаешь, да, Мордонец, там таунт во время каста дашь? Да. Так, кто там не прибежал еще? Так, там пир где-то поставили, я видел. Он стоит, рыба. На трэш. Он делает нефиг. Это босс. Это трэш. Это босс. Это мини-босс. Давай, Мордонец, на счет три. Раз, два, три. Поехали. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Что-то он дальше не идет. Ничего страшного. На ту сторону переедете сразу, только через босса не едьте, не забудьте. Блять, вы, ну, вот вроде, вот, вроде говоришь вам по-русски, вы специально это делаете, блять? Вы хотите в свою сторону слушать маты, блять? Я не понимаю, блять, такого отношения нахуй. Почему вы так себя ведете, блядь? Вам приятно маты слушать, сука? Вас просят, нахуй, сука, проехать. Ой, ты когда последний раз нормально отдыхал? Никогда. Горишь по мелочи. Ну так зачем так делать, блядь? С этих мелочей начинается хуйня. Почему нельзя... Эта хуйня не стоит, чтобы тратить на нее столько нервов. Ты сильно горишь в последнее время. Возможно, ты устал? Так нет, надо, блядь, по-человечески относиться, блядь. Когда в рейде нет вайпов, нет косяков, никто никогда хуйню не будет нести, блядь. Вы хотите специально это услышать, блядь. Будете слушать, значит. Если я увижу, кто это делает, эту хуйню, кто это делает, блядь, я просто кикну с рейда, нахуй. Будете с КД, блядь, без Халиона, блядь. Или просто распуститесь, блядь, хуй знает. Не делайте так, блядь. Ну, нормально прошу, блядь. Сказал же, едьте мимо босса, блядь. Не спульте, блядь. Отсыпаю здорового похуй. Ты впервые тут, просто бей босса и все. Обычный дракон. В бок бьешь и все. Сейчас релогнусь. Не лезь под морду, не лезь под хвост. И выноси метки. Так, ну Мордонец, ты сделаешь, да, как я танчил тьму? Если от десятки не отличается... Силу проскидай, пожалуйста.
Ничего нигде не отличается. Короче, метки я ставлю. Если ты, Мордонец, какую-то метку себе выберешь, с какой будешь заходить. Ну, скажешь там, или, в принципе, люди увидят. Вот. С какой метки. Я по платике, наверное. С какой метки он заходит. С какой метки он заходит, с той, значит, будет находиться лицо босса. Вот. Поэтому надо будет заходить с другой метки на 90 градусов. Ну, это я, в принципе, ставлю для того, чтобы, если ты сдвинул друг босса в тьме, можно его вернуть в центральное положение. Вар, третья пати, какая это фаза? Тьма, я скажу, подождите. Просто есть пару новичков, вроде так, не тупят, но... Ну, ничего, полежат дохлыми тогда. Так, Мордонец, ты, короче... Начнешь, наберешь агро, протовар придет, заберет. Ну, после пары дыханий там. После метеора, как все перебегут, придешь, заберешь протовар. Протовар, значит, будешь танчить свет. Свету с протоваром Вероника остается. Ну и... И Килая, в принципе, тоже можешь оставаться, в тьму не заходи. Вот. Протовар, Килая и Хулипал остаетесь в свету. Никуда не заходите. Два шамана и... Даже сначала не заходить? Нет, не заходить. Диспелишь первую и третью фазу там в конце. Два шамана и Эрдру во тьме останутся. Значит, Нурик, ты в свету там говори, когда бежать, право-лево, там поворачивай, перебегай, бля, всю вот эту хуйню скажешь. Значит, во тьме первая, вторая пати, третья, четвертая пати в свету. Так, сейчас я свечну местами одно тело. Кто у нас? А, Вар. Два Ретрика. Так, Вара мы свечним с этим Варом. Вот. Получается, Вар, который спрашивал, ты понял, да? Я понял, да, в тьме. Вот. Ну, биг дэмэдж, ты свету. То есть босс исчезнет и ждешь третьей фазы. Вот если скажем, откуда ты будешь пулить, Мордонец? Появляется, я просто свет ни разу не танчил, я обычно во тьме. А он откуда появляется в свету? Смотри, держи вот где дерево, видишь вот это? Звезды, а, это. Ну да, звездочка. Отсюда его будешь держать. Вот как сейчас его поставит Мордонец, в той точке, когда ты у него заберешь босса, так и будешь стоять. Не бегаешь, не крутишься, не прыгаешь, понял, да? Ничего не делаешь. Это я в курсе, я просто на третьей фазе, куда он, как он появляется, просто появился? Он просто появится и все. Вот где исчез, появится, там и появится. Ну да. Где он исчез, тебе там главное держать лицом его к этому дереву, либо к этому, либо противоположно. Это я знаю. Вот. Так. По пати еще раз. Значит, первая и вторая. Это милики все во тьме. Третья и четвертая. Вы выходите в свет. У вас протовар танчит. По хилам сказал. Все, проверка. Масло фласки обновите, кстати, сама же не забыла. Все готовы, Мордонец, можешь бежать на коне. Никто ничего не хотайте там, пускай он спулит, потом уже побежим бить. Угу. Заходим. Не останьтесь за стеной, на 10 секунд всего стоит. Давай, Экон, ты щиту его этим щитом земли. У тебя посильнее. Перебежали? Переходите уже. Ринзеп куда? Небеса в огне, фраза. Слышишь, сразу перебегаешь, если ДБМа нет. А там, блядь, 20 человек без звука играет. Да, наверное. Неинтересно же. Вообще-то, наоборот, не отвлекает. Со звуком прикольно, если никто паровозики не ставит. Это точно, согласен, блядь, паровозики, блядь. Чтоб сдох тот человек, который его придумал, блядь. Говорят, какой-то танк есть, который их разъебывает. Тоже игрушка. 3 секунды метеор. Тянка Батяра ловит дыхание. Да, переходите быстрее. Перебегаем.
А, мордонец. Со стороны треугольника заходим, когда скажут. Заваливайте. Ты кажется, про... скандал рановато зашел. Все, в кружок встаем. Дай-ка щиток на него обнуляй. Все зашли, блядь, кроме тех, кто должны остаться. Кто Экон сдох? Круг. А, Экон. Может, раньше меня зашел. И скаундрел умер. Он тоже рановато зашел. Экон, ставь тотем. Смотри, где блин, шары. Открутитесь, сейчас их порежет. Ложимся, заходите в лезвие. Что у нас случилось? Да, да ничего страшного. Там, лезвие не так появилось. Все заебись появилось. Перед тем, как лезвие появляется, надо смотреть, где шары. И либо двигайся заранее, либо ты точно знаешь, не, ну, где... Короче, лезвие, то, все это лишняя философия. Зайдите в тьму, умрите. Спиной к боссу. Но раньше лезвие появлялось, где вот это дерево. Между двух деревьев. Бля, я раньше зашел. Не будем это разбирать. Это слишком долго будет. Все это. Килай, ты где? Не сдохли. Я в диване. Сними диван, зайди, умри. В инст. Вот сейчас. Сейчас. Я уверен точно, блять. 10 человек сейчас зашли в инст, и у них зависла игра, да? Вот теперь можете заходить в инст. Да я не поняла, что на мне диван, если честно. Диван здесь не спасает. Нет, никогда просто, не спасает. Просто он спасает, просто он не снимает бой, блядь, с инста. Когда вот с тебя бой... Будет. Короче, заходите, жрите рыбу, бафайтесь. Короче, появляется портал, сразу заходишь. Ты, кстати, про товар забирал? Что-то не заметил, ну, он забрал. Да, он забрал. Вот ты когда ты заходишь туда, ты, вот когда босс исчез, да, началась вторая фаза, рыбка. Сразу портал появился, сразу незыбку, смотри, что у тебя руны были, незыбку, и сразу заходишь, то есть не жди. И сколько там? 40 секунд до лезвия проходит. Короче, смотришь там... Это, шарики, ну, не уверен, если, ну, секунд 20 по ощущениям прошло, смотришь шарики, блядь, и начинаешь крутиться. Если хочешь, чтобы справа от тебя луч был, то есть ты убегал от луча, то начинай крутиться, и тогда, когда ты смотришь на лицо босса, с левой стороны босса, где нет рейда, будет шарик, и ты крутишь так, ну, ты понял, да, мордонец? Нам тут по-другому немножко работает. Тут да, тут не так открыто. Он раньше появился. А сколько у него тайминг? Неважно, когда, кто, что появился. Это, блядь, нюанс, который долго сейчас рассусоливать. Вот когда ты зайдешь, ну, есть такая хуйня, что когда ты зайдешь, появятся шары. Вот, от того, где они появятся, зависит, ну, через 40 секунд с начала фазы будет лезвие. Но шары появляются в момент, когда ты заходишь. И от этого зависит, ну, там, блядь... не сильно разнится. То есть, если сразу зайдешь, оно появится ровно вот между деревом, где вот в сторону кружка, если через треугольник кружок провести линию, оно там появится. Я понял, про что ты говоришь. И если прямо это ровно... Я затупил, долго заходил. Ну, ты не затупил, просто заранее начинай крутить, если ты в чем-то не уверен. Прям крути заранее, и все, и двигаемся. Рейд, смотрите на кружок. Вы сдохли все 10 человек. Ну, кружок не сдох, вы все сдохли. Да. Да-да. Крути вместе, даже луча нету, можешь крутить. Да. Секунд 20. Ну, не весь бой. Ну, по первым лезвиям надо будет, возможно, подкручу, там посмотрим. Да, первые лезвия ты начнешь крутить, и вторые лезвия появляются там, где исчезли первые. Все, вот и весь алгоритм. Где тянка-бытяра, она зайдет или нет? Да, захожу, я кручусь. Уже второй раз или третий рыбу ем. Если мордонец заходит с кружка, вы заходите с ромбика. То есть с того места, где заходит танк, не заходим в портал. И когда заходите, переброс идет в тот мир, вы сразу отпрыгиваете. Можете в центре модельки босса оказаться. Ну, в принципе, пуляется босс нормально.
И если мы опять, упадем, то пока не исчезнет огонь, не исчезнет босс, не покидайте свое тело, потому что вы 10 минут потом перезаходите в игру, всю вот эту хуйню делаем, это очень долго. Не забывайте про это во всех инстах, так на Сирусе. Забафайте приста. Иди ешь рыбу. Сумеречный разрушитель. А вот этот баг, он с самого начала этого сервера или как? С этого реалма? Ну то, что во время боя нельзя заходить. Не знаю, хуй знает. Похуй. Блин, где рыбка? Дайте каску порогам. Ну что, вы там раздуплились? Тянка, уже что у тебя там? Рыбка, не могу. Рыбка, найти. Да нахуй это рыбка. Похуй на нее. Просто нажимай да и все. Все, подойдите ближе. А что с Итанку где были, почему рыбу не ели? Да, похуй. Дайте ей, пожалуйста, инту. Главное это. Главное, не сдохните от лезвия. Не раздолбай. Не диспельте во тьме, пока человек до стены не добегает. Хотя бы. Это, ну, давай, пуляй. Как спулишь, мы побежим. Милик, я сейчас вам покажу рейндж, с которого можно бить. Вот в кружок посмотрели, встали. Все в кружок, все милики. Ушли оттуда, сука. Вот он. Метеор 2 секунды. Это мили рейндж? Ушли быстро. Это мили рейндж. Прибегайте, я выношу метку, я сама себя ее диспелю. Какая уже... падла, блин? Это я. Сказала, падла. Сама с диспелю. А, уже я диспелил в этот момент. Я сказала. А, поздно, это Дискорд залагал. Короче, вот отсюда... Говорю, тут я буду диспелить, все. Да, я знаю. Я просто думаю, что я скиллованный, поэтому... Сам хуйню творишь, я сейчас на тебя гореть буду. А, чё на меня Писка. Гореть? Вот отсюда, короче, милики, автоатака попадает. О, вроде метеора нет. Не успели. На ту сторону сразу перейдем, мы заранее ждем команды. Залетайте. Сразу в кружок. Так, все, даю геру. Пейсим. Че ты стоишь? Дальше беги до стены в следующий раз. Дальше несем. Вот смотри, видишь шар? Вот. Двигаемся в кружке, рейд. Рейд в кружке. Не торопись, ты торопишься, не торопись. О, нормально. Вот тянка, ну это похуй, ничего страшного. И Ванцент, невелика потеря. Старайся, ну, побережнее крутить, прям... Ну я и так аккуратно. Чтобы этот... Прям нежно. И смотрите, люди тоже... Двое со света умерло, надо будет сбалансироваться. Страшного. Ты... Эконом не понимаешь, да? Сколько, блять, я не знаю, нахуй. Какой свет? Выходите, свет. Третья, четвертая. Перед лицом, смотри. Чё, тьма стопнет? Да, тьма стопните пока. Лезвие осторожно. Ну, нормально. У нас минус 2 ДД со света. Булки, найди свет. У вас тут это. Чё у нас тут это? 15%. Небеса в огне, ребят, переходим. На танка падает. Если на тебя падает, перебеги сквозь босса. Я вот так перебежал. Молодца.
кружке двигаемся, там осторожно, хвосте не станьтесь только. Ой, синтек. Небеса, перебегаем. Выноси метку. Зараза, чуть-чуть подвернула. Так, что там? Нормально все. Этот... Надо, чтобы мачку сильнее било. Булкины, прыгай обратно, там 30%, если сможешь. Свет, чуть-чуть стопните ДПС. Далеко. Небеса в огне, ребят, пришли. Чуть-чуть стопнуть надо, еще. Сейчас овушку иди в спальню, подбегу. Секунд 5 не бейте, пока что аккуратно ботки тут. Все, идеально, можем бить. Прилет. Чувствую себя великим уравнителем. Свет, чуть сильнее надо бить, давайте. Болкин, случайно не снести? Одна пиздяка. Нет, нет. Козерог. Такая параша, блядь. Там это, если... Ну, ради этого же мы пришли, вроде, нет? Реально, такая гадость. Вроде параши. Ну да. Ну, чем вам кольца не угодили? Классные кольца. Так, ну давайте кольца. Кому такое кольцо надо, я хуй знает. Ебаная кошка с лутом, сука, жопа горит. Так. Килая. Не рольте все подряд, ну, это два человека. Они дали мне инфу, что это, я тебе, если что, скажу, мой ролл и Нурика. Все, тогда я просто на ваши смотрю и все. Да, на наши смотрю. Я вот думаю насчет кольца на хила. Мне его поролить? Или как? Или по ИПГП? Как сделать? По ИПГП, наверное, только если я. Да? На хила. Народ, на кольцо с МП5 тут кто-то претендует? Вот наши это хилы, вот. Дубльжи, ну у меня по ИПГП нету, наверное, столько. Да, там зубраджин. И ПГП, и это... Зламан, ребят, го. А Нурик, у тебя кто? Ну, Экон и... А, Экон точно. Но мне не так и нужен. Так. Веронике отдай. Так, и остается... Получается, это на кого? Это на Ханта или что это? На... Как о, он наш Ретрик хотел. Это Ретрик? Ну, Ретрик наш хотел. Тебе надо танку? Или на НХ? Типа я могу принять в дар Навара себе как новый спектр. Это можно забрать, ну хотя решайте. Ну, НХ есть 271, просто убить мешание. На моего НХ я говорю, на будущего, блядь. Про Вара я вообще хуй знаю. А когда мы его в свете увидел? Увидим когда-нибудь, года через два, блядь, когда ты 4 выбил. Там уже стал ККМ себе НХ возьмешь. Вару, например, если брать, они столько же ловкости дают, как и кожаные, или меньше? Я не знаю, на вары это брать... На какого вара вы хотите это вообще взять? Это все параша, это... нахуй. Лучше... Холивар. На холивара, ну. На армса. На армса, блядь, носить тапки, блядь, с агилой вообще стрёмно. И с интой, блядь. С интой, прикинь, умный вар. Короче, нахуй. Пока вы тут думаете... Если лучше, ничего нету, что еще? У меня кожа. Но лучше да. Есть крафтовые. Гильдейские, дали мне инфу, кому оно надо? Короче, это... Танку тебе надо эта хуйня? Ну там РП, бля, я не знаю, зачем тебе эта хуйня. Всем привет. Армсы носят привет. Крафтовые ботинки. Либо всем привет, а оно тебе на куда? Все, я заберу эту хуйню. Ты все, мишку что ли собираешь? Так, Килай, завтра ты ГМХМ ведешь, да?
Завтра воскресенье? Да. Да, значит. Короче, в понедельник этот самый второй рейд я ДКшникам поведу. Не знаю, конечно, сколько там будет людей. Нурик там твинками. Ты завтра хоть... Так, ты... Погоди, я запуталась. Ты в понедельник или завтра ведешь? Понедельник, ну завтра же ГМХМ. Ты же просила в воскресенье. Ага, у меня просто мозги чуть плавятся. Да, тяжело. Биг дэмэдж, но ты же давно тут явно играешь больше, чем я. Ты уже за УД уже мог скрафтить, по сути, эти ботинки. У меня мой инспект танка. Я все что крафтил, я все делал на танках.